Жестокие волны, моря стонет и ревет.
один в руках мало. Pray, therefore, the Lord потому молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. И чтобы жатва не осталась неубранной. Это то, что желает Бог. Очень рады видеть Любу вместе с нами. Она болела на этой неделе, но слава Богу, что она вместе с нами. I think you're in for a blessing. И я думаю, что вы пришли за благословением. We baptized three people today. Мы сегодня крестили трех человек из Украины. From Odessa. Из Одесской области. It was a real blessing. И это было большим благословением. And these are kids that had gotten saved in our это дети, которые приняли спасение в сельской церкви. And it was just a real blessing to have those kids come and they follow the Lord and believers back. И это было благословение, что дети последовали за Господом в крещении верующего. We're glad you came tonight. Мы рады тому, что вы здесь. Thank you for not going to protest. Спасибо за то, что вы не осмелились дрожать там на протесте. Some of you, man, I'm некоторые, telling you. Я знаю, I know who they are. Я замечаю, чьи места пустые. And like my dad used to say, you're going to get a belt afterwards. И как мой отец говорил, витамин Р тебе положено. Take that belt off and give it он to him. Он снимал ремень и воспитывал нас им. No, we're not going to do that, but... Мы не станем этого делать. They just miss out on a blessing. Но они просто теряют благословение. I'm telling you, we were blessed today to have Stephen Colleen and his wife with us. Мы благословенны иметь гостей вместе с нами, Штефана, Карина и супругу. Let me ask you a question. Хотел бы я задать вам вопрос. If somebody would drive over 300 and some kilometers to get here, кто-то приехал за 300 с чем-то километров, to be a blessing to us, чтобы быть благословением для нас. Can't you get on a trolley bus or walk across the street? Могли бы вы сесть на троллейбус или там
перейти через дорогу, чтобы быть здесь и увидеть или услышать это. Exactly. Точно. Everybody shaking their head. Yeah. Каждый мотает головой, да, конечно, exactly хотел бы быть. We got some visitors tonight. We're so Мы happy. Сегодня имеем нескольких новых посетителей и очень рады, что вы нашли нас здесь. Светлана came. А Светлана сегодня вместе Good с нами. To have you tonight. Спасибо за то, что вы с нами. Victor came. Виктор вместе с ней, благодарим вас. And we appreciate you coming. Очень вам признательны. Alexander came. I saw him when he я came back. Видел Александра и запомнил его имя. Good to have you tonight, а теперь я буду помнить, когда вас не будет, мы будем замечать вас, что вас нет. And we have a Varda Varda. И также есть еще одна Варвара вместе We got two of those here. Теперь две Варвары у нас. And guess what? И отгадайте что? It's Vara Vara's birthday. Это сегодня Варвары день рождения. She's 72 years old. Ей 71 годик. Пилевой 79. А Полевому 79. Good to have you. И мы очень рады, что вы вместе с нами. Ваня. А, что два? 77. А, 77. Окей, окей. Мы хотим сделать вас старым. Окей. Можно? Да. Окей. А другая Варвара? Vara. And you know what happened? Знаете что? Vara got saved a couple of months ago. А несколько недель Варвара пришла, чтобы быть спасенной. She came forward and got saved. Она вышла вперед, чтобы предавиться Иисусу Христу. And that's what it's all about. Listen. Вот почему мы приходим. It'd be a sad thing, won't you think, if you было бы печально, come to a church, если бы вы пришли в церковь, hear Bible preaching, and then all of a sudden, прослушали библейскую проповедь, you were trusting in something that wasn't going to give you anything, some religious thing. И доверили чему-то, что вам ничем не возместит ваши усилия. And you died. И вы, допустим, умираете. There was a lady who used to come to the service. А была женщина, которая приходила к нам. She came here for 6 years. А 6 лет приходила. When are you going to get saved? Когда ты будешь спасена? I'm going to get saved next Sunday. Следующее воскресенье. Следующее воскресенье. And you know what? И отгадайте что? It never came. А не пришло одно воскресенье. She got had a heart attack and died. А сердечный приступ и перешла речь. She's gone. Теперь ее нет в живых. She's in hell. И находится в аду. Hell's real. И ад это реальное место. You know why Jesus preached more on hell? Знаете почему Иисус больше проповедовал об аде? To warn them. Чтобы их предупредить. You don't have to go there. Чтобы вам туда не попасть. He said, I'm the way, the truth, the life. No man comes unto the Father but by me. Он сказал, я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как кроме через меня. So after the preacher's going to preach tonight, потому сегодня, когда проповедник скажет свое слово, I want you to listen intently. Я попросил бы вас внимательно выслушать, может быть, даже записать. Now we got a book for you tonight. Сегодня мы приготовили вам новую книжку. It's called Tough Love. Которая называется Трудная любовь. What's God say about tough love? Что же Бог говорит про трудную любовь? It's a Bible study we wrote on. Это изучение Библии. Hosea chapter 5. Из книги Осии, 3 главы. So we want to make that takes you 7 minutes to read this book. Вам потребуется 7 минут, чтобы ее прочесть. It's Tough Love. А трудной любви. Что это такое? Sometimes God has to bring things into our life. Иногда Бог приносит вещи в нашу жизнь. And to make us think about Him. Чтобы мы думали о Нем. Tough love. Это говорит о трудной любви. We're gonna have a good time tonight. Это будет хорошее время у нас. And before the preacher comes. Прежде чем придет проповедник. Brother Andre and Alina, they got a song tonight. А брат Андрей с Алиной приготовили пение. And they're gonna come. Come on, brother. А пожалуйста, брат. They got one song. Yeah. Продат сфидом. Аминь. Вся раста не букуем, а ищем по ластис. А этим вечером мы очень рады тому, что есть гости. Все с бутурозными вас. И я очень рад, что и вы здесь. Кантари, корреспондент, дом, месте, адепост. И пение, которое говорит, что Господь есть моя защита. Сейчас мы пьем фрукаду не пьем. Это не для того, чтобы мы не боялись. Да пьем фрукаду не пьем. Сначала говорит, держание, крепко читать, я барали. А это Бог, который создал для нас вот эту крепость, чтобы защитить. Видим валу. А приходят волны. Видим вымпы. Ветра с севера или с юга, колонели, вопрос мой этим вечером, в ком мы находим наслаждение? Если вы знакомы с мелодией, пойте вместе с нами. Я доверяюсь Господу, который является моей крепостью. И только тебе доверяюсь. Читать время.
И это крепкая крепость в тяжелое время. Смотрите, сюда папа зашел. 148 номер. И я получил большое благословение от этого проповедника. Я недавно с ним встретился, когда мы пытались помочь людям из Украины продуктами. И я увидел в этом брате сердце служителя. Ей нужно через день делать очищение почек. So you pray for her. Потом молитесь о ее вот этих процессах. И даже после служения можете подойти и сказать ей: мы молимся о вас, или там сказать какое-то пожелание. Они не укусят вас, не бойтесь. И мы хотели бы, чтобы они видели Божью любовь в Молдове. Мы очень им признательны, они приехали с далекого расстояния, чтобы быть благословением для нас, чтобы через проповедь это благословение излилось. Он также является пастором независимой баптистской церкви в городе Сибиу, страна Румыния. Он также воспитывает детей.
They both, his wife grew up in Germany. She's a German girl. Его супруга из Германии, она немецкая девочка. And both of them, they've lived in Germany. Они оба какое-то время жили в Германии. But he's a servant of the Lord. So. Но он Божий служитель. He's gonna come preach to us. Потому мы попросим его прийти с проповедью, пожалуйста. Bună seara și bine v-am găsit. Добрый вечер и рад вас видеть. Nu mai am nevoie de introducere. Я не буду делать введение, уже было сделано. Fratele a făcut-o pentru mine. Да, брат уже сделал за меня. Vreau doar să știți. Я только хотел, чтобы вы знали. Gloria Domnului. Слава вся принадлежит Господу. Amin. Am aici cu mine, bineînțeles, my baby. И вместе со мной моя любимая супруга. Baby pentru mine, numele ei Sandra. Ее зовут Sandra. Și avem patru copii împreună. Вместе мы имеем четверо детей. Și trei dintre ei sunt căsătoriți. А трое из них уже замужем, женились. Și unul e în college, o fetiță. Еще одна девочка, которая заканчивает колледж. Și de aceea nu avem cărți de pentru noi. Потому мы не имеем таких молитвенных карточек новеньких, сделанных только с дочкой, которая здесь вся. De obicei dăm la fiecare. Мы обычно раздаем каждому, чтобы люди за нас молились. Ca să roage pentru noi. А чтобы они знали о наших нуждах. Dar acum. Но сегодня. Din nefericire. Мы не приготовили для каждого из вас новые или свежие такие. Vreau doar scurt. А я хотел бы только коротко. Să vă dau mesajul meu cum m-a mântuit Dumnezeu, cum передать то, как Бог спас меня. Am zis azi dimineață. Я говорил это сегодня утром. Orice creștin. Каждый христианин. Care este mântuit. Который спасен. Trebuie să aibă o mărturie cum Dumnezeu l-a salvat. Должен иметь свидетельство того, как Бог его спас. Dacă nu ai asta. Если нет такого свидетельства. Poate nu ești mântuit. Тогда, наверное, ты не спасен. Dacă nu ți-aduce aminte un moment când ai întrebat, când ai chemat pe Domnul viața ta să te mântuiască. Если ты не можешь вспомнить того момента, когда ты призвал Иисуса Господа, как Он, чтобы спас тебя. Poate nu ești mântuit. Возможно, ты еще не спасен. Eu sunt, m-am născut în România. Я родился в Румынии. Știu când m-am născut. Я знаю, когда мой день рождения. Am un certificat când m-am născut. И у меня есть свидетельство о рождении, когда я родился. Știu și când m-am născut din nou. Я также знаю, когда я родился заново. Numele meu este scris în cer. Теперь мое имя записано на небе. Dumnezeu știe când m-am născut. И Бог имеет вот эту информацию обо мне. Știe când am cerut. Он знает, когда я попросил. Și sângele lui m-a mântuit. И его кровь меня очистила. Așa că dacă nu ți-aduci aminte. Потому если вы не вспоминаете такой даты. Sper să fie așa, să ți-aduci aminte și să știi așa. Хотелось бы, чтобы вы были спасены, чтобы у вас была эта дата. Poate nu ești mântuit. Но если вы не спасены. Poate ești cum am fost eu. Может быть, вы, как и я, когда-то был. Până la 30 de ani am mers în biserică. До 30 лет я посещал церковь. M-am rugat. Я там молился. Am cântat. Я там пел. Am citit din când în când Biblia. Когда-никогда читал из Библии. Am dat din când în când la biserică. А что-то я опускал в кошельку церкви как пожертвование. Am crezut pe Hristos. И я думал, что верю в Иисуса Христа. Aici. А в моем разуме. Dar nu aici. Но не в сердце. Și într-o zi, и в один день, într-o miercuri după masă, в одну среду после обеда, în 99, в 99 году, eram în al doilea rând, я сидел на втором ряду, как моя супруга только справа. De aceea tot mereu stăm în al doilea. Потому мы всегда остаемся на втором ряду, сидим. Dacă ne vezi în alt rând, ceva nu e în regulă. Если вы увидите нас в другом ряду, что-то непорядок с нами будет. Și Dumnezeu mi-a vorbit inimii mele. И Бог проговорил к моему сердцу. Și a zis, ai nevoie. И сказал, имеешь нужду. Să fii mântuit. Чтобы быть спасенным.
Imediat diavolul. И дьявол тогда пришел тоже. Ты есть окей. А, все с тобой хорошо, не волнуйся. Ты же в церкви, успокойся. Ты есть партичим ла чешти очем бисерика. Ты во всем участвуешь в деятельности церкви. Ай невое са фи мунтуит. Но ты нуждаешься в спасении, повторился голос. Ши Дмезе ма мунтуит. И Господь спас. Mi-aduc aminte când am venit în față, am întrebat pe Domnul să mă mântuiască. Când ai вышел вперед, și cineva m-a luat și mi-a arătat din Biblie cum să fiu mântuit. И кто-то открыл Библию и показал мне, как быть спасенным. Fiindcă credința vine în urma auzirii cuvântului lui Dumnezeu. Потому что вера приходит от слышания Божьего слова только. Și am zis, da, Doamne, vreau să mă mântuiesc. И я тогда сказал, да, Господь, я согласен быть спасенным. Dumnezeu nu i-a trebuit 10 zile, 10 ore. Богу не надо было 10 часов или 10 дней в тот же момент. M-a mântuit. Он сказал, ты спасен. Și apoi mi-a zis. И потом сказал. În inima mea. В моем сердце. Te vreau să mergi în România. Я хочу, чтобы ты вернулся обратно в Румынию. Am omis să spun că eram în Germania. А я забыл сказать, что это время я находился в Германии. Și eram căsătorit, bineînțeles, cu soția. И тогда мы были в браке с моей супругой. Aveam o firmă. У нас была большая фирма. Ne mergea bine. Нам все шло гладко. Și Dumnezeu a zis, nu. И Бог сказал, нет. Te vreau. Я хочу тебя обратно в Румынию послать. Și ca orice bun creștin, и как хороший христианин, am zis că asta nu-i de la Dumnezeu. Я сказал, это не от Бога. Глумец, bineînțeles. А, конечно, шучу же. Лумеште vorbind, а, но вот так вот по-мирски говоря, nu era bine pentru mine. А, это не было для меня благо. Bine pentru mine era în Germania să fac bani. А для меня приятно было находиться в Германии, зарабатывать деньги. Dar am găsit ceva mai bun decât să fac bani. Но я нашел нечто лучшее, чем заработка денег. Садук вамела Христос. Приводить людей ко Христу. Мул май бине. Намного, намного радостнее событие. Мул май нобил. И это более престижное занятие. Мул май импортант. И более важное занятие. Шаша. И вот так. Am ajuns la poveste lungă scurtă. А чтобы сделать историю длиннее, длинное короче, я оказался перед вами. Unde slujim de 10 ani, aproape. Где мы служим уже почти 10 лет. Și într-o dată când m-am dus cu vorbeam prin alți prieteni pastori. И через других друзей пасторов я говорил. Am auzit de fratele. Я услыхал про брата. Și am zis, zic, uite, mă duc în Ucraina. И я сказал, ну раз мой путь și, через Украину. Și zis, și noi ajutăm dacă vrei. И они сказали, ну и мы поможем, если желаешь. Și în iunie, parcă, sau când era? И в июне месяце. Au venit și ne-au dat bani, am mers, am cumpărat cu fratele. Da, мы вместе были в магазине, называется Метро. Am cumpărat, закупили. Și am plecat în Ucraina. И отвезли все на Украину. Și așa am cunoscut pe fratele. И вот так мы познакомились с братом. Și vorbim cu el, rugându-mă pentru el, el pentru mine. И тогда, когда мы молились друг за друга, говорили между собой. Zice, frate, nu vii să... Dacă tot vin cu asta să ne vizitez, că am vrut să întreb dacă pot să vin să vizitez cu soția. И я все равно ехал сюда, и я спросил, могу ли я посетить вас вместе с супругой? Zice, dacă vii, poți să predici pentru noi, zice. Să да, он говорит, пожалуйста, если вы будете здесь, можете проповедовать заодно. Și așa sunt aici. И вот так вот я оказался перед вами. Mă bucur să vă văd. Очень рад видеть ваши лица. Și mai mult m-aș bucura să știu că toți de aici sunt mântuiți. И намного радостнее для меня будет знать, что каждый из вас спасенный человек. Dacă nu astăzi, ai если не сегодня, есть у вас этот шанс. Cum am zis azi dimineață? Как я говорил сегодня утром? Мâine nu este a ta. А завтра это не в нашем распоряжении. Nici mai târziu nu este al tău. А даже послезавтра вы не знаете, если придет. Acum timpul ăsta este al tău. Сегодня это время в твоем распоряжении. Fiindcă nu știi ce se va întâmpla după aceasta. А потому что мы не знаем, что произойдет через ночь. Amin? Amin? Astăzi voi predica сегодня despre misiune. Я хотел бы проповедовать о миссии. De multe ori când mă duc afară, очень часто, когда я нахожусь на улице, îmi place să predic despre misiune. Мне нравится проповедовать о миссиях.
Fiindcă știu că voi aveți un pastor bun, un predicator bun. Я знаю, что у вас есть хороший пастор и музыкант и все остальное. Dar cred că este important să auziți și de altcineva perspectiva misiunii. Но очень хорошо услышать о перспективе миссии. Astăzi voi vorbi despre o persoană. Сегодня я хотел бы говорить о личности. О фамилии. О семье даже. Care s-a dedicat. Которые посвятили себя. Миссии. А миссии. Haideți să deschidem cu toții Biblia. И давайте мы откроем наши Библии. La 1 Corinteni, capitolul 16. А в 1 Коринфянам 16 главе. Dacă știți deja Biblia, știți despre cine este vorba. И если вы знаете отрывки из Библии, вы знаете, о ком пойдет речь в 16 главе 1 Коринфянам. Printre alții este un om. А посреди многих перечисленных здесь имен. Care au iubit misiunea așa de mult, care очень любили посвящать свое время миссии, în care Dumnezeu a crezut că trebuie să-l pună în cartea lui veșnică. Того, кого Бог сказал, что нужно записать его в книгу жизни вечной. Și îmi place că numele lui este aproape cu al meu. И мне очень нравится, что его имя очень похоже на мое. Cred că aici a fost o greșeală. Я думаю, что тут была ошибка. Cel puțin așa îmi place să cred, glumesc. Я так хотел бы думать, но это шутка. Păi el îl cheamă Ștefana. А его также зовут Штефана. Păi bine, mă cheamă Ștefan. Меня Штефан зовут? Aproape. А очень близко, Штефан. Haideți să deschidem cu toții la 16, deci 1 Corinteni capitolul 16, versetul 1 16 глава, страничка 13. 13 стих. Suntem tot acolo? Все нашли? Vegheați, stați tari în credință, îmbărbătați-vă, fiți tari. Бодрствуйте, стойте твердо в вере, ведите себя как мужчины, будьте сильны. Toate faptele voastre să fie făcute cu dragoste creștină. Пусть все у вас делается с любовью. Vă implor, fraților, știți casa lui Ștefana că în primele roade a lui Aheia și că s-au dedicat ei însuși pentru servirea sfinților. Умоляю вас, братья, вы знаете дом Стефанов, что он есть первоплоды Ахаи, и что они приступили себя к служению святым, пристрастили себя к служению святым. Ca și voi să vă supuneți unul ca acestia și fiecare ce ajută împreună cu noi și muncește. Чтобы вы повиновались таковым и каждому, кто помогает у нас и трудится. Mă bucur de venirea lui Ștefana și Fortunat și Ahaic, pentru că ei au împlinit ce lipsea din partea voastră. Я рад пришествию Стефана и Фортуната и Ахаика, ибо то, чего не доставало с вашей стороны, восполнили они. Fiindcă au înviorat Duhul meu și al vostru, recunoașteți așadar pe unii care sunt astfel. Ибо они освежили мой дух и ваш, потому признавайте тех, которые таковы. Vă salută bisericile din Asia, vă salută mult în Domnul, Aquila și Priscila, cu biserica din casa lor. Amin. Приветствует вас церкви Азии, очень приветствует вас в Господе Аквила и Прескила, церковью, которая в их доме. Haideți să ne rugăm Domnului. И давайте мы встанем для молитвы Господу. Doamne, îți mulțumesc pentru cuvântul Tău. Господь, мы благодарны Тебе за Слово Твое. Doamne, îți mulțumesc pentru oamenii care s-au dedicat lucrării Tale. Благодарим Тебя за тех людей, которые посвятили себя Doamne, Твоему делу. Te rog să binecuvântezi cuvântul Tău în seara aceasta. И я прошу, благослови Слово Твое тим вечером. Să pui cuvinte în gura mea să spun copiilor Tăi. И Ты вложи слова в уста мои, чтобы я мог донести их до детей Твоих. Să dai cuvinte translatorului care l-ai ales. Чтобы Ты дал слова переводчику. Ajută-ne, Doamne, să lucrăm exact după cuvântul Tău. Помоги нам работать согласно Слову Твоего. Fii cu noi. Будь с нами. Fii cu casa noastră în România. И также пребывай в нашем доме в Румынии. Și ajută-ne, Doamne, să ne deschidem inimi în această seară. И помоги нам открыть наши сердца этим вечером. Și să învățăm și să aplicăm cuvântul Tău. Чтобы мы выучили или усвоили слово Твое. În numele Domnului Iisus m-a rugat. Во имя Господа Иисуса Христа молюсь. Amin. Amin. Luați loc, vă rog. Занимайте ваши места, пожалуйста.
Astăzi seara voi vorbi despre un subiect care mi se pare așa de normal. А сегодня мы будем говорить об одном предмете, который очень обычный для нас. Și totuși mulți nu se întreabă. И многие вместе с тем им не интересуются. Întrebarea se pune. Вопрос состоит в том. Putem să facem mai mult pentru Hristos? Могли бы мы сделать больше для Христа? Întrebarea asta e bună și pentru mine. И вопрос этот также нужен и мне. Și credeți-mă, cel puțin periodic mă întreb singur. И поверьте мне, что даже иногда я задаю себе вопрос. Pot eu să fac mai mult pentru Hristos? Могу ли я сделать нечто больше для Христа? Mulți dintre noi. Многие из нас. Se mulțumesc. А удовлетворены. Sperăm să nu fiți și unul dintre noastră. А надеюсь, что это никто из вас. Cu condiția în care sunteți. А в теми условиями, в которых вы находитесь. Cu starea spirituală în care sunteți. А в том духовном условии, в котором вы находитесь. Și unii dintre noi au rămas încă bebeluși în Domnul. И многие остались вот такими младенцами во Христе. Dar întrebarea se pune din nou, putem să facem mai mult pentru Domnul? Но вопрос состоит в том, могли бы мы сделать нечто больше для Господа? Adevărul este? А истина состоит в том, oricât ai face pentru Domnul, что бы ты ни делал для Господа, oricât aș face pentru Domnul, и что бы я ни делал для Господа, tot mereu este loc de îmbunătățire. Всегда есть место для улучшения. Tot mereu pot să fac mai mult pentru Domnul. Я всегда мог бы сделать немножко больше для Господа. Frate, cât timp avem astăzi? Сколько времени у нас? Сколько хотите? Azi avem o predică mai mică. А сегодня у нас будет короткая проповедь. Ca azi dimineață. Короче, чем было утром. Deja соția m-a certat când am terminat. А потому мне супруга сказала, слишком долго ты говоришь. Ai predicat prea lung. Она сказала, дала мне лучше бы время. Я бы. Dar astăzi încerc să fiu scurt. А я сегодня пытаюсь сказать коротко. Să predic repede. А чтобы это все вам передать? Dacă fratele meu ascultă repede și traduce repede. Если мой брат будет внимателен и быстро будет переводить. Амин. Амин. Primul punct. А первый пункт. Vedem aici în versetul 15. Мы имеем в 15 стихе. Vă implor, fraților, știți casa lui Ștefana. Умоляю вас, братья, вы знаете дом Стефанов. Acum întrebarea se pune. И вопрос мы задаем себе. De ce întreabă Dumnezeu aici prin Duhul Sfânt dacă știm casa lui Ștefana, cei de acolo din Corint? А почему через Духа Божьего Бог задает вопрос тех коринфян, если они знакомы с домом Стефана? Eu cred foarte simplu, fiindcă știau casa lui Ștefana. Конечно, каждый знал дом Стефана. Fiindcă știau implicația lor în lucrarea Domnului. Они знали, насколько они посвящены Божьему делу. Fiindcă știau efortul care ei fac pentru Domnul. И они знают те усилия, которые прилагал этот дом для Господа. Fiindcă ei știau dedicația lor pentru Domnul. Они знали их посвященность Божьему делу. Uitați-vă puțin din nou la versetul 15. Посмотрите снова на 15 стих. Mai departe, știți că casa lui Ștefana că este primele roade ale haiei. Te-ai cuminte, copile. Внимание. Și că s-au dedicat. Ce scrie mai departe? Что они пристрастили себя к служению святым. Pentru servirea sfinților. Пристрастили себя. Cuvântul dedicat. А слово пристрастили se mai traduce și переводится как dependent. А зависимый. Nu știu multe lucruri despre dependență. Я немного знаю о зависимости. Dar spre exemplu, când e cineva, am auzit dependent de когда я слышу, когда кто-то зависим от наркотика или от чего-то там другого. De băutură. Или от алкоголя. Dacă nu au. Если у них нет этого. De moment ce au, sunt fericit. Когда глотнули, все, перестали трястись. Acest frate, această casă lui Ștefana, это дом Стефанов, erau adictiv pentru servirea sfinților. Они посвятили себя служению святым. Trebuie
trebuie să ajut pe un om, trebuie să ajut pe un frate astăzi, я trebuie să fac помочь ceva этому человеку, вот этому брату, не обязательно нужно помочь. Și Pavel spune, voi știți pe ăștia. И Павел говорит, вы знаете их. Știți pe Ștefana. А вот этот Штефанов дом. Acum întrebarea se pune, ce spune Domnul despre mine și despre tine? И что скажет Господь про меня, про вас? Îl știi pe Călin? Ты знаешь, кто такой Călin? Știți pe Călin din Sibiu? Вы его того знаете из Сибиуа? Nu. Nu, не знаю. Dar știți pe fratele, cum îl cheamă? Paul. Знаете брата Пола? А, știm pe fratele. Брата Пола мы знаем. Știm că se ocupă pentru spirit, pentru sufletele oamenilor și știm că se zbate. Он знает, а что мы переживаем за души детей и их беспокоит это. Dar adevărul e că oricât m-a străduit eu sau fratele Paul. А сколько бы ни я не пробовал или брат Пол бы не пробовал. Tot mereu este loc pentru îmbunătățire. Всегда есть место для улучшения. Am zis că primul punct este trebuie să fim atenție dependenți sau dedicați. Потому в первом пункте мы подчеркнем для себя, чтобы быть пристрастными или посвященными служению святым. Lucrării Domnului. Божьему делу. Ștefan a fost dedicat. Ștefan он был посвящен. Дайте мне вас întreb. Хотел бы я спросить вас. Care este prioritatea vieții mele? Каков приоритет вашей жизни или моей жизни? Что мы ставим на первое место? Când predicam la noi în biserică, когда я проповедовал там у себя в церкви, și spuneam despre priorități, я рассказывал о приоритетах. Mulți frați dădeau ochii pe spate. Многие братья такие водили глазами по кругу. Când le spuneam că pe primul loc în inima noastră trebuie să vină Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu, lucrarea. Что на первом месте должен быть Господь и его дело, а все остальное потом. Vorbesc de inima noastră. А тогда я говорю к сердцу. Да, dar avem asta, да, și asta, но și вот asta еще вот это есть, и то, и третий, Библия пятый. Библия спонят, любим по Дому Дунезеу Носу Дин Туата Инима. А Библия учит нас, чтобы мы возлюбили Господа всем сердцем и всею крепостью. Дака Штефана, если бы Штефана, era cum scrie aici ceea ce cred. Была такой, какой я вижу ее здесь aici, и верю этому. Erau dedicați însuși, s-au dat, s-au stresat, s-au preocupat ca să fie. Она пристрастила себя этим только и занималась, ни на что другое не отвлекалась. Una dintre prioritățile vieții noastre trebuie să fie rugăciunea. Один из приоритетов нашей жизни должна быть молитва. Haideți să mergem la 2 Corinteni capitolul 8. Мы перевернём во 2 Коринфянам 8 главу. Versetul 4. 4 стих 8 главы. Frate Călin, nu știu cum e cu aceste priorități. А, брат Калин, я не знаю насчёт приоритетов. Trăim vremurile în care trăim. Мы живём в такие времена, в которые живём. Am deja câțiva frați sau surori, nu mai țin minte, care au venit și au întrebat cum e în România. И многие уже приходили и спрашивали: "Ну, как жизнь в Румынии?" Adevărul este că nu contează cum este în România. А, истина вся в том, что не важно, как бы не было в Румынии. Sau în Moldova. Или в Молдове. Sau în Rusia. Или в России. И chiar și în Ucraina, din nefericire. И даже из-за несчастья и на Украине. Nu contează. Не важно это. Dar contează prioritățile vieții mele. А важны приоритеты моей жизни. Și rugăciunea trebuie să fie una dintre ele. И молитва должна иметь этот приоритет. La 2 Corinteni, capitolul 8. А 2 Коринфянам, 8 глава. Versetul 4. 4 стих. Biblia spune, rugându-ne cu multă insistență să primim noi darul și să luăm asupra noastră ce scrie părtășirea servirii pentru sfinți. Прося нас большой мольбой, чтобы мы приняли дар, и смотрите, взяли на себя общение, служение святым. N-avem timp să mergem la capitolul 8. Мы не имеем времени, чтобы дальше читать 8 главу. Да, te sfătuiesc să-l citești acasă. Но я посоветовал вам бы прочитать ее дома. Și nouă. И мне. Și 10. И 9, 10. Și să vezi
cum trăiau creștinii înainte. Чтобы посмотреть, как жили верующие раньше. Да, cred că creștinii dinainte. И думаю, что верующие раньше. Se preocupau mai mult. Они были больше заняты. Despre răspândirea cuvântului. А распространением Божьего слова. Aici vine misiunea. А вот здесь подключается миссия. Fiindcă știm că ei vreau să servească pe sfinți. Servirea de sfinți era ajutoare pentru misionare din Ierusalim. А тем людям, которые ходили в Иерусалим. Priorități, important. Приоритеты важны. Спасибо. Okay. După aceea vreau să spun că aici se căutau cei din Corinteni căutau cu tot din adinsul o fereastră, o oportunitate. А все жители Коринта, они искали вот такое окно или возможность. Prin care să se implice, чтобы найти применение în lucrarea Domnului. А Божьем деле себя. Ca să fie mai bună astăzi ca ieri. Чтобы сегодня было лучше, чем было вчера. Atenție, nu este внимание. Absolut nimic rău. Нет ничего плохого в том. Să dorești să fii mai bună astăzi decât ieri. А чтобы быть сегодня лучше, чем было вчера. Noi nu vorbim de mântuire aici. Мы теперь не говорим о спасении. А este doar prin credință. А мы это получаем по вере. Nu, noi vorbim aici despre lucrări pe care Dumnezeu ni le-a dat în după мântuirea noastră. А мы говорим о тех вещах, которые Бог нам поручает а после нашего спасения. Uitați-vă ce scrie versetul 5. А посмотрите на 5 стих. Și aceasta au făcut, nu cum am sperat. И они это сделали не так, как мы надеялись. Ну, noi am crezut că o să facă, scrie aici Pavel. А Павел говорит, мы думали, что они вот так поступят. Nu au dat întâi, ci uitați-vă ce scrie aici. Întâi s-au dat pe ei însuși Domnului. Но сначала отдали самих себя Господу. Ei, dați-mi voie să vă spun. И хотел бы вам сказать. Dacă nu-ți dai inima ta prima oară Domnului. Если ваше сердце не посвящено Господу в начале. Nu te îngrijora. Не волнуйся. Să faci pentru Domnul lucruri. Ничего ты для Господа не сделал тогда. Înainte de a face ceva, oamenii ăștia s-au dat Domnului. Прежде чем что-то сделать для Господа, они отдали себя Господу. Pe ei însuși. И это было на первом месте. Deci am zis că este important dedicația noastră. И мы говорили, что вначале важно наше Domnului. Посвящение Божьему делу. Poți să sfârșesc aici, în punctul ăsta? А я мог бы завершить в этом пункте. Că dependența mea, что моя зависимость, trebuie să aducă glorie Domnului. На предоставить Богу славу. Este dependența ta glorie Domnului? А ваша зависимость, она приносит славу Господу. Zici, а вы спросите, а что ты хотел сказать, брат Калин? De obicei, dependența este ceva ce vrei, să dorești, care vrei неапарасвай. Обычно зависимость это то, что ты очень хочешь, что не можешь отстать от этого. Есть ли что вы служишь по Дому? А есть в вашем желании, чем бы вы могли послужить Господу? Есть ли что ты vrei să faci mai mult pentru slujirea de sfinți, pentru misiune? Хотели бы вы послужить святым в миссии? Есть ли что ты vrei ca Dumnezeu să se uite la tine și Biblia spune în Filipeni 4:11 un miros plăcut din ceea ce faci. И хотели бы вы, чтобы Бог посмотрел на вас, и как Филиппийцам 4:11 написано, что это было приятное благоухание для Господа. Dumnezeu trebuie să uite la noi să zică Бог должен посмотреть на нас и вдохнуть. Lucrarea asta este ca ofrandă, un miros. И сказать, что это как благоприятная жертва. Dumnezeu nu trebuie să uite jos, să uite la noi. Бог не должен смотреть на нас вот так вот сверху вниз и сказать: "О, здорово". Trebuie să fim dedicați. Мы должны быть посвящены. Punctul 2. Второй пункт. Spune, am scris aici, supune-te. Я написал здесь, подчини себя. Implicați, să fii implicați în slujirea Domnului. И прилагайте усилия в служение Господу.
Hei, nu putem fi implicați decât dacă suntem dispuși să o facem. Если нас нет этого желания. Aici vorbim de obediență. И мы здесь говорим о послушании. De asta îmi place Fidela. Вот почему мне нравится Библия Фидела. Fiindcă este bine tradusă. Потому что она переводит это лучше других. Obediență înseamnă mai mult decât ascultare. И послушание это чуть больше, чем послушание. Înseamnă să faci din propria voință, fiindcă dorești să o faci. Это из желания, из хотения сделать все наилучшим образом. Ștefan iubea misiunea, Ștefan iubea să ajute pe alții, nu că i-a zis Pavel și altcineva, fiindcă dorea aceasta din inima lui. Ștefan, он не делал Ștefan, это, потому что... Ștefan. Ștefan, он не делал это, потому что его Павел сказал или кто-то другой. Он это хотел делать лично. Uitați-vă ce scrie în versetul 3, din nou la 2 Corinteni, capitolul 8. Посмотрите на 2 Коринфянам 8 главу, стих 3. Spune aici, căci conform puterilor, aduc eu mărturie. Ибо по своей силе я свидетельствую. Și peste puterea lor au dat de bunăvoie. Да и сверх своей силы они желали сами по себе. Nu vreau să intru în subiectul ăsta. Я не буду затрагивать до глубины этот отрывок. Ceva este sigur. Но я знаю нечто точно. Aici nu este vorba de zeciuială. А здесь не говорится о десятине. Аминь. Аминь. La zeciuială nu dai ce vrei tu. А когда ты отдаешь десятину, ты не отдаешь то, что ты хочешь. Zeciuiala e 10%, foarte simplu. А десятина это 10%. Очень просто. Aici era vorba de mai mult, de darea pentru misiune, pentru salvarea sufletelor, care ei vroiau să o facă mai mult decât aștepta Pavel și cu ceilalți. Здесь отдается на миссию намного больше, чем Павел ожидал от них, что они дадут. Nu poți fi dispus până când Domnul nu-ți vorbește. И ты не можешь расположиться до тех пор, пока не услышишь Господне разрешение. Ai fost în biserici de multe ori? Ты, наверное, был в церквах много раз. Ai avut vreodată ocazie când știi că Dumnezeu ți-a vorbit? И, наверное, были такие случаи, когда Господь проговорил вам? Când tu știi ce Dumnezeu vrea de la tine? Когда вы знаете, что Господь ждет от вас? Când tu știi care este cuvântul Domnului? Когда вы знаете, в чем Божье слово? Și totuși zici nu. И вместе с тем говорите нет. Poate că ai zis pentru moment. Așa e, voi face. А может быть, на какой-то момент сказали: "Да, я собираюсь это делать". Și când ajungi afară? И когда ты вышел до остановки? Când ajungi ziua viitoare? На следующий день. E cu totul altceva. Совершенно все по-другому. Nu poți să fii implicat. Ты не можешь применить себя. Decât dacă ești dispus și trebuie ca Domnul să te cheme și să asculți când El te cheamă. Если в тебе нет желания быть послушным Господу и выслушать, что Господь желает, чтобы ты сделал. Nu pot să fac mai mult decât dacă sunt voitor să fac mai mult. И я не могу сделать больше, если не созреет во мне этого желания сделать больше. Ștefana. Ștefana. Voia să facă mai mult. Она хотела сделать больше. Ștefana se supunea cuvântului lui Dumnezeu. И она подчиняла себя Божьему слову. Cei din Corinten făceau mai mult decât au crezut Pavel că vor face. И эти в Коринфе они делали намного больше, чем Павел ожидал от них, что они сделают. Întrebarea este de ce? И вопрос стоит почему? Fiindcă iubeau pe Dumnezeu. Потому что любили Господа. Fiindcă erau dedicați lucrării lui Dumnezeu. Потому что были посвящены Божьему делу. Apoi am zis că aici că nu putem să ne supunem. И я говорил раньше, что мы не можем подчинить себя. Dacă inima noastră nu este corectă. Если наше сердце не в правильных взаимоотношениях с Господом. De multe ori vrem. Иногда нам хочется. Dar avem lucruri în inima noastră care ne împiedică. Но есть вещи в нашем сердце, которые нам ставят препятствия. Și trebuie să facem ordine. И нам нужно навести там порядок. Mulți cred că darea aici este vorba de bani. А многие думают, что о даре, о котором здесь говорится, e vorba это de портофел. О кошельке, о деньгах идет речь. Нет. Нет. E vorba.
vorba de inima noastră. Это отношение нашего сердца. Dacă inima noastră este în regulă? Если всё в порядке в нашем сердце? Dacă inima noastră aparține lui Dumnezeu? Если наше сердце принадлежит Господу? Nu ai nicio problemă ca Dumnezeu să folosească și portofelul. Тогда у тебя не будет проблемы, если Господь пожелает воспользоваться и кошельком. Poți să faci mai mult? Я мог бы сделать больше. Frate, sunt sărac. Vremurile sunt cum sunt. У меня мало. Am explicat mereu când predic. Я так объясняю иногда. Creștinii niciodată nu au fost bogați. Христиане никогда не были богатыми. Au fost câțiva creștini bogați. Может быть, и некоторые были чуть богатые. Dar au folosit banii lor spre gloria lui Dumnezeu. И тогда они использовали свои деньги для Божьей славы. Versetul 2 din 8, din 2 Corinteni 14. Посмотрите во второй стих 2 Коринфянам 8. Că într-o mare încercare a necazului, как при великом испытании скорбью, vreți să știți doctrinal cum este aici corect, ce este traducerea pentru asta? А знаете доктринально, как правильно тут перевести? Mare necaz. Это большое испытание. Mare necaz. Много трудностей. După ce e un cuvânt minunat după asta. И после этого прекрасное слово. Pe care la mulți ne lipsește. А которое у многих отсутствует. Și în loc să slujim lui Dumnezeu. И вместо того, чтобы послужить Богу. Cu abundența bucuriei lor. Написано изобилие их радости. De multe ori mă uit în biserici când predic. Я часто смотрю на церковь тогда, когда проповедую. Văd așa prin oameni în fețe. И смотря на эти грустные лица людей. Unii zic că au subt un de la un pepene acru. И кажется, что они съели какой-то горький перец такой. Dar adevărul că noi trebuie să fim fericiți. А истина вся в том, что мы должны мерги în cer. Радоваться тому, что идём на небо. Și Dumnezeu îți dă ocazia. И Бог даёт тебе шанс. Și onoarea să lucrezi cu el în salvarea sufletelor. И честь, чтобы вместе с ним сотрудничать для спасения душ. Fraților, ce este mai bine? Вы скажете, что есть намного лучше? Știu puțin despre necaz. Я знаю немножко о скорби. Fata mea a avut un aneurism. А моя девочка, она имела анеризм. Când a avut 16 ani. А когда ей было 16 лет. A trebuit să aibă operație în America. И ei нужно было сделать операцию. Și era cât pe acest să moară. И вот настолько она была далека от смерти. Soția mea am reanimat-o. Pruga. La noi în sufragerie pe canapea. Она ее вернула к жизни там на кухне, на диване. Știu puțin despre necazuri. И мне знакомы вот такие скорби. Soția mea trebuia să meargă la dializă și n-am avut o asigurare. Моя супруга должна была пойти на диализ, а страховки медицинской не было. Știu un pic despre asta. И я знаю, что это такое. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne întristeze. Но это не значит, что мы должны быть такими печальными. Să ne oprească în a sluji pe Domnul. И что это должно остановить нас от служения Господу. Spune aici, mare încercarea necazul, abundența lor și adânca sărăcia lor au abundat, spune aici. Spre bogățiile generozităților lor. Как при великом испытании, скорбью изобилия их радости и глубокая нищета изобиловали к богатству их щедрости. Adevărul este, fraților și surorilor? И истина вся в том, братья и сестры? Este un privilegiu și o onoare. Это привилегия и честь. Să slujești послужить, să fii implicat în lucrarea Domnului. И вовлечься в Божье дело. Pentru mine este o onoare. Для меня это честь. Să vă predic dumneavoastră din cuvântul Domnului despre aceasta. Проповедовать из Божьего слова об этой теме. Nu că sunt eu cineva. Не потому что я кто-то. Sunt nimeni. Я никто. Dar ceea ce fac. Но то, что я делаю. Dar ceea ce vreau să promovez. И то, что я хотел бы сдвинуть с мертвой точки. Lucrarea Domnului pentru salvarea sufletelor. Это Божье дело для спасения человеческих душ. Este imensă. Она не ограничена. Mai valoroasă ca orice. И более ценная, чем что-либо другое. Deci am zis că trebuie să fim implicați. И потому мы должны приложить усилия în slujirea Domnului. А в Божьем служении. Și al treilea.
поддержка или помощь. Să fim implicați în nevoia slujirii cuvântului Dumnezeu. Adică cu alte cuvinte, dacă trebuie ceva pentru Domnul, să da. Сарим, когда кто-то говорит, вот мне нужно вот это сделать, а мы бы не сторонились и сказали, а пускай тот сделает, чтобы мы подключили себя и сделали. Uitați-vă puțin din nou, mergem la 1 Corinteni, capitolul 16. Мы снова вернемся к 1 Коринфянам 16 главе. Фрацы, что, ну, ну, майка, эрау. Эти братья, они не только были спиритуало бинекувантаре, а этим проводником благословения. Да, ей рау ши ажутор финансиар. Но они также были и финансовой помощью для этого. Уйтаться вы на весету 17. Посмотрите на 17 стих. Библия спуна эйча, мы буку де венира лу Стефана. Он говорит, я рад пришествию Стефана. Ши фортуна ши ахак, пентру ка ей ау эмплинит се липся дин партия востра. Фортуна она и Ахайка, ибо то, чего не доставало с вашей стороны, восполнили они. Cu alte cuvinte, другими словами. Ce spune Biblia este așa. А другими словами Библия говорит вот tot так. Tot ceea ce au spus ei să strângă și lipsea. А все, Штефана, что было сказано о собрать и еще не доставало, Штефан вытянул свой кошелек. Штефан, а мы знаем, сколько тебе липсяще. А сколько тебе не достает? Давай я тебе дополню. Și Павel spune, sunt bucuros că au venit ăștia. И Павел говорит, я очень рад, что они пришли. Fiindcă ce lipsea Dumnezeu a folosit pe ei să suplimenteze. Потому что то, чего не доставало, Бог восполнил, а через них, чтобы пополнить. Dumnezeu n-are nevoie de banii tăi. Богу не нужны ваши деньги. Dumnezeu n-are nevoie de banii mei. А даже не мои деньги не нужны. El deține totul. Ему все принадлежит. Dar Dumnezeu a ales. Но Бог избрал. Și noi avem onoarea. И для нас это честь. De a răspunde. Ответить. Și a acționa în suplimentarea ceea ce Domnul ne vrea în misiune. И действовать, чтобы восполнить то, что Господь желает выполнить. Nimic în lumea asta. Ничто в этом мире. Nu este mai prețios. Не является более ценным, decât un suflet. Чем одна душа, ее стоимость. Este așa de prețios, настолько она ценна, încât Dumnezeu a trimis, что Бог послал. Nu un înger, ни одного ангела, nu un пророк, ни какого-то пророка, sau un profet, sau ни какого-то ce? Другого человека или небожителя. A trimis ce a avut mai bun. А послал самое дорогое, что было. A trimis ce a fost mai valoros. Послал то, а что было самое ценное для него. Fiul său, Иисус Христос. Своего любимого сына Иисуса Христа. De ce? Почему? Ca tu și eu să avem viața veșnică. Чтобы вы и я имели жизнь вечную. De aceea este important ca și noi la rândul nostru, după ce Dumnezeu ne-a mântuit, să ajutăm. Вот почему важно, чтобы мы в свою очередь также помогали. Ca și alții să vină la Hristos. Чтобы и другие пришли ко Христу. De aceea cheltuim milioane, miliarde de euro, de вот рубли, как вы ziceți. Мы тратим эти рубли, евро и все, что у нас есть. Pentru că sufletele sunt valoroase. Потому что души они ценные. Și că Dumnezeu nu vrea ca niciun singur om să nu piară. И Бог не желает, чтобы ни одна душа не погибла. Și ca toți să vină la pocăință. Но чтобы все пришли к покаянию. Dumnezeu vrea ca și tu astăzi. И Бог желает, чтобы и вы сегодня. Și de aici încolo, dacă n-ai fost implicat, nu-i problemă. И даже если до сих пор вы не были вовлечены, что дальше? Să te implici în lucrarea lui Dumnezeu. Прилагали усилия в Божьем деле. Frate, n-am știut că e vorba de bani. Вы скажете, брат Калин, я знаю, что в это вовлечены деньги. Implicare nu înseamnă neapărat bani. А вовлечение не обязательно значит деньги. În primul rând am zis că inima noastră trebuie să ne dăm Domnului. Во-первых, мы говорили, что наше сердце должно быть посвящено Господу. Și după ce dăm inima noastră, trebuie să întrebăm pe Domnul, Doamne, în ce postură pot eu să fac ceva pentru gloria Dumnezeu mai mult azi ca ieri? И после чего наше сердце посвящено Господу, я должен задать вопрос Господу. Господь, в какой сфере ты желаешь меня видеть лучше сегодня, чем было вчера? Если бы только шла речь о деньгах.
А пескуй din gura peștilor. Помните вы, когда нужны было отдать деньги в храм, он послал рыбака с удочкой и вытащил эту монету из рта рыбы. Și totuși Dumnezeu a ales pe mine un nimeni. И также Бог выбрал меня, pe того, который является никто. По dumneavoastră. Вас избрал. Și a dat această onoare. И дал нам эту честь. Ca împreună. Чтобы вместе. Să lucrăm spre gloria sa, în a salva suflete. Мы работали для его славы по спасению душ людей. Trebuie să ajutăm să fim implicați. Вот почему мы должны помогать, применять свои усилия. Дайте-мне voie să vă spun. Я хотел бы также вам сказать. Că cea mai mare investiție care poți să o faci vreodată. Что самая большая инвестиция, которую вы могли бы сделать когда-либо? Este în sufletele oamenilor. Человеческие души. 2 Коринфян capitolul 9. Вернёмся во 2 Коринфянам только 9 главу. 2 Коринфян capitolul 9, versetul 13. А 2 Коринфянам 9:13. În timp ce prin dovada acestei serviri ei glorifică pe Dumnezeu pentru supunerea voastră mărturisită față de Evanghelia lui Hristos și pentru generozitatea contribuției voastre față de ei și față de toți. Ceea ce spune aici cuvântul este то, о чём здесь говорится в этом отрывке, следующее. Oamenii care sunt mântuiți. Люди, которые спасены. Vor fi veșnic. Они будут вечны. Mulțumitori. Благодарны. Celor care a adus cuvântul. Тем, которые донесли до них Божье слово. Noi nu vorbim aici de Dumnezeu. Știm că Dumnezeu salvează oamenii. Мы не говорим теперь о Боге. Мы знаем, что Бог спасает людские души. Dar Dumnezeu mă vrea pe mine să fiu implicat. Но Бог желает, чтобы я приложил усилия в этом. Întrebarea e, ce fac eu? И вопрос, что же делаю я? Sunt eu implicat? Применяю я свои инвестиски усилия. Он кувынту Домнулый? Вкладываю я свои усилия в Божье Слово? Инвестиски он суфлетеле уаменилор? Вкладываю я в человеческие души? Инвестиция ностра. Наше вложение. Вафи вечник. Будет навечно. Чеа че фача ищ пентру тине? То, что ты здесь делаешь для себя. Патреч. Вот так, издуется. Cel mai bogat om din lume, știți care a fost? Самый богатый человек в мире, знаете кто был? Din Biblie? Из Библии? Соломон. Соломон. Știți câți бани avea Соломон? Знаете, сколько денег было у Соломона? Nu se știe exact. Никто не знает точно. Dar Biblia spune că primea în fiecare an 666, important, interesant. Но он имел 666 килограмм de aur, doar cadou. Килограммов золота в подарок. Читайте в Библии. Прочитайте это в Библии написано. Что сейчас спустя сфорчиту вец? А знаете, что он сказал в конце своей жизни? То, что есть, есть дуар венети. Все, что я имею, это суета. То, что я стринг вродата. Все, чтобы вы не собрали здесь на земле. Я че стринг вродата. Или я соберу. Вот так улетит. Vor arde, Biblia spune într-o zi. И Библия говорит, что все сгорит. Dar ceea ce fac pentru Domnul. А все, что я делаю для Господа. Este o investiție veșnică. Это вложение навечно. Eu cred că Ștefana știa asta. Я думаю, что Ștefana это понял. Și de aceea făcea asta. И потому прилагал усилия в Божьем деле. Și fiindcă este și a fost important lui Dumnezeu. И потому что это важно и нужно для Господа. 2000 de ani după aia, mai târziu de 2000 de ani. Более 2000 лет уже прошло с тех пор. Poți să citești despre el. Я могу читать о нем. Și nu numai asta. И не только об этом. Când vei merge în cer. Когда вы окажетесь на небе. Vei vedea că este un Ștefan. Вы встретитесь там со Ștefanom. Și câți oameni nu ar vrea să-i strângă mâna? И сколько людей не хотели бы пожать ему руку? Și să zică mulțumesc pentru inspirația care a fost pentru mine. И сказать спасибо тебе за вдохновение, которое было для меня. Da, adevărul este că toți trebuie să ne implicăm. И истина вся в том, что каждому нужно приложить маленькое усилие. Lasă-mă să te las cu trei întrebări. И я хотел бы оставить вас с тремя вопросами. Cât de important este sufletele oamenilor pentru tine? Насколько важны людские души для вас?
Care este scopul tău în viața creștină? Какова твоя цель в христианской жизни? Și ultima. И последний вопрос. Ai tu vreun fruct până acum, că este ziua? Есть ли у тебя какой-то фрукт, как сегодня мы имеем день урожая? Este cineva? Есть ли, может быть, кто-либо? Nu contează că e în biserică, că e afară. Неважно, в этой церкви или где-то вне церкви. Care poți să spui? Которого ты мог сказать бы. Dumnezeu m-a folosit. Бог меня использовал. Și Dumnezeu l-a salvat pentru că am fost și am spus despre cuvântul Dumnezeu. И Бог спас его, потому что я рассказал ему из Божьего слова. Într-o zi vom sta în fața lui Dumnezeu. В один день мы предстанем перед Господом. Știi ce spune Biblia? И знаете, о чем говорит Библия? Vor fi rewards. Будут вознаграждения. Vei avea un reward? Будет ли у вас вознаграждение? Am avut două anunțe acum, luna trecută. Прошлый месяц я имел два объявления. Și la nuntă acolo fiecare familie. И на каждой свадьбе, каждой семьи. Care venea la fiul meu la nuntă. Которые приехали к моему сыну на свадьбу. Aveau un cadou. Они пришли и у них был подарок в руках. Gândește-te când vom fi la nunta mielului. Подумайте. Тогда, когда вы предстанете на брачную вечерю Агнца. Când vom fi în fața lui Dumnezeu. Когда мы предстанем перед Богом. Oamenii vor avea cadouri. У людей будут дары. Care sunt de fapt. Которые есть по-настоящему. Служирea sau faptele care noi le-am făcut. Nu vorbim de mântuire. Это те дела, которые мы сделали, мы теперь не говорим о спасении. Și le vom oferi lui Hristos. Которые мы предложим обратно Христу. Dar câțiva nu vor avea nimic. А у некоторых будет пусто в руках. Și Dumnezeu, Hristos se va uita la tine și zice. И тогда Христос посмотрит на вас и скажет. Am investit în tine. Я вложил в тебя потенциал. Te-am curățit. Я тебя очистил. Te-am spălat, am înzestrat cu tot ceea ce trebuie, fiindcă Biblia spune că voi fi cu tine. Я тебя снабдил всем тем, что необходимо. И Бог говорит, что я буду с тобой. Ce ai făcut pentru mine? Что ты сделал взамен для меня? Nici măcar un fruct. Ни одного плода даже. Nici măcar unul. Нисколько ничего не собрал ты. Ce жалник. Как печально. Ce жалник. Как печально. Frate Călin, pentru mine este ok. Брат Călin, со мной все хорошо. Eu nu cred că este ok. Я не думаю, что все хорошо. Dacă любеш по Христос, если по Dumnezeу, вы любите Бога и в Боге Христа, vrei să ai ceva pentru El. Ты хотел бы что-то принести Ему. În 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 5, spune căci trebuie să dovedim. Во 2 Коринфянам 8 главе 5 стих написано, что это мы должны доказать. Deci 8 capitolul 8 versetul 5 și stai un pic unde nu 8 cu 8. Vorbesc pentru deci vorbesc nu printr-o poruncă, ci din cauza sârguinței altora ca să încerc sinceritatea dragostei voastre. 8 глава, 8 стих, легко запомнить. Говорю не по велениям, но по случаю рьяности других, чтобы испытать искренность вашей любви. Dumnezeu ne-a mântuit. Бог спас нас. Мântuirea este gratuită. А спасение обошлось нам бесплатно. Это по вере. Но Бог заплатил цену за тебя. Prin Iisus Hristos. Через Иисуса Христа. Cum dovedesc că-L iubești? Как ты доказываешь свою любовь După к Нему? Ce te-a mântuit, bineînțeles. После чего Он спас тебя. Te las pe tine să gândești asta. И я... Пастор. Оставлю вас с такими мыслями, подумайте об этом. Это будет время приглашения, мы не просим вас вставать теперь. А были очень глубокие темы затронуты. Что, если вдруг оборвется ваше дыхание, где вы окажетесь? You're not saved by works. Вы не спасаетесь делами, а тем, что вы делаете. Вы не спасаетесь тем, что вас крестили. Вы, возможно, сидите здесь теперь, и вы сердитесь. Сердитесь на то, что было сказано. You know, my old preacher used to say, he said, whenever you're mad, that means you're under conviction. Oh, yeah. И мой проповедник, он мне говорил, что когда ты сердишься, это значит, ты под убеждением.
You're under conviction. You know what you ought to do? И если вы под убеждением, знаете, что вам необходимо сделать? Humble yourself. Amen. Это смирить себя. Say, it's I, Lord, need. Сказать, mm-hmm. это я, Господь, это мне необходимо. Amen. And I'm going to tell you something today. И я хотел бы сказать вам этим вечером. If you need a pillow, you have some problems. А если вам нужна подушка, это большая проблема. You need God. Вам нужен Бог. And the only way to get God is to repent. То, как вам получить Бога, turn это раскаяться. Turn from your sins. Отвернуться от вашего греха. Now, when we talk about repentance around here, we're not talking Когда about... мы говорим о покаянии, мы... I just say I repent. Мы не просто говорим, что я каюсь. Это ничего не значит для меня. Если вы рождены заново, above, если вы не родились свыше, вы не спасены. Библия говорит, ибо мы не куплены золотом и серебром или от традиции отцов, но от драгоценной кровью Иисуса Христа. Имеете ли вы в сердце мир? Если в сердце нет мира, тогда там война. И если вы не примиритесь в этой войне, вы умрете без Христа. И вы попадете в ад. Совсем недавно мы присутствовали на похоронах. И это настоящая история. Это за вечер до этого два друга сидели вместе. И у них был такой синькой побеленный дом с этой шиферной крышей. They had gone to a certain church. Они ходили в определенную церковь. Trusted in that church. И они доверились тому, что говорят церкви. They were trusted in those things that were in that church instead of trusting Christ. И вместо того, чтобы довериться Христу, доверялись тому, что говорилось в церкви. The doctor came. А пришел доктор. The doctor examined this man. Обследовал этого человека. He was unconscious. Он был без сознания. He was coming in and out of consciousness, and then he was able to see. И он временами терял сознание и мог частично видеть. Time, в то время эти органы уже отключались внутри него. Мы не могли этого видеть, а стоя за дверью, and the wife's outside and she's crying profusely. She couldn't get anything out of her mind. She was just coming unglued. А супруга, она безмерно плакала и не могла утешиться. They called the children. The children were outside. They were all crying. Они позвали также детей. Все дети собрались с плачем. The doctor says there's nothing we can do. Доктор сказал, ничего не можем сделать. He opened his eyes one more time. Он открыл еще раз глаза. Looked to the ceiling of that house. Посмотрел на голубой потолок. All of a sudden I looked into the crack of the door. И тогда, когда я заглянул в щелку двери, and he says, I see the flames. Он говорит, я вижу пламя. I see the flames. Я вижу пламя. I feel it. It's hot. И я чувствую, это горячо, печет. And all of a sudden his eyes shut and that was it. И глаза его закрылись, и на этом точка. First time in my life. А первый раз в моей жизни. That I ever saw someone go to hell. Я видел того, который отправляется в ад. Listen. Послушайте. This man went to church. Этот человек ходил в церковь. This man told me he read the Bible. Этот человек мне говорил, что он Библию читает. This man told me that he kept the golden rule and the Ten Commandments. Он хранил золотое правило 10 заповедей. That man told me he witnessed to people. Он также другим свидетельствовал. That man told me he could explain the revelation. И этот человек мог объяснить из книги Откровения отрывки. But you know what he had? Но знаете, Bible says, Библия говорит, knowledge puffeth up, but charity edifieth. Знание надмевает, а любовь назидает. He understood it all here. Все, что он понимал, это было здесь. He never got Jesus in his soul, in his heart. А Иисуса не было в его сердце и душе. Listen, you could be here tonight, может быть, вы, находясь здесь этим вечером, you could be on your last leg, your heart's about ready to stop. Может быть, вы также на одной ножке уже, сердце готово остановиться. He
Может быть, вы на следующей неделе окажетесь в поликлинике. Maybe the doctor's gonna say, hey, you don't have much time to live. You've got cancer. И может быть, доктора вам скажут, не осталось у тебя много времени жить, у тебя рак. I'm telling you, it's not what church you go to, it's not your denominational pull. It's about being born again and receiving Jesus as your Lord and Savior. Какой деноминации принадлежали? Если вы не приняли Иисуса Христа как Спасителя, вы идете к погибели. Прежде чем мы будем иметь время приглашения, мы споем пение. А, пожалуйста, брат Андрей с супругой споют. Я попросил бы вас поразмышлять над словами пения. Если вы находитесь под убеждением, и, может быть, брата дерзновение вас мотивировало к чему-то. Если вы имеете какое-то желание. Я слыхал многих братьев, которые сказали, если бы у меня был джип 4x4, я бы только служил в миссии. И другой говорил, если бы у меня было две машины, я бы также на одной служил Господу. А кто-то сказал, если бы у меня было 100 тонн картофеля, тогда бы одну тонну я бы отдал бедным. И кто-то сказал, если бы у меня было 100 тысяч евро, я бы мог многое сделать для Господа. А этим вечером я хотел бы вам сказать. Господу не нужны наши еврики. Даже не наша картошка. Богу нужно искреннее сердце. А каково оно? И пение называется «Я направляюсь к небу, а по его пути». А когда я иду, шаг за шагом все выше и выше. Look at this higher ground and finding in. И полагаюсь день за днем, молюсь тому, кто все дает. 27. Возьми меня из тьмы ночной, все я не дня, приблизь меня к своей груди и на высотах утверди. Где земной приют, где мучит страх, сомнения жгут, где скорбь близка и грех гнетет, и я стремлюсь достичь высот. Господь, возьми, веди меня из тьмы ночной, все я не дня, приблизь меня к своей груди и на высотах утверди. Подняться к небу я хочу, хоть цепь тяжелую влачу, но верой слышу песни те, что там поют на высоте. Господь, возьми, веди меня из тьмы ночной, сияние дня, приблизь меня к своей груди и на высотах утверди. Сказай души открой, видение славы неземной, идя вперед, молюсь Христу, Господь, веди на высоту. Господь, возьми, веди меня из тьмы ночной, сияние дня, приблизь меня к своей груди и на высотах утверди. Аминь. Аминь.
Теперь мы встанем для молитвы. Тогда, когда у всех головы склонены, глаза закрыты, никто ни на кого не смотрит. А вы прослушали проповедь, я не знаю, если еще что-то нужно было сказать. Если вы находитесь под обличением, и вы хотели бы быть спасенным, скажите: брат Пол, я прослушал проповедь этим вечером, и я понимаю свое погибшее состояние, и я понимаю, что я нуждаюсь в Иисусе Христе. Если здесь кто-либо, который скажет: брат Пол, я желал бы быть спасенным, я не был никогда спасенным, я хочу раскаяться сегодня. Я хотел бы освободить себя от моего греха. Если есть кто-либо этим вечером, который желал бы быть спасенным, почему вам не пройти сегодня, чтобы раскаяться, довериться Иисусу Христу как личному спасителю? Вы принимаете спасение однажды. And that's all it takes to get to heaven. Это все, что требуется, чтобы попасть на небо. Bible says, "Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved." Библия говорит: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты. For by grace are you saved through faith, that not of yourself; it's the gift of God, not of works, lest any man should boast. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сей не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Is there anybody like that? Есть ли такие желающие этим вечером? Anybody? Кто-либо? Которые желали бы пройти, чтобы быть спасенным. Я хотел бы задать вам вопрос. Мы говорили о плоде. О доме Штефана. Хотел бы я спросить вас. Какой плод, как христианин, производите вы? В чем суть вашей жизни? Maybe there's a Christian in here. Pray for me. Может быть, есть христианин, который скажет: помолитесь обо мне. I need what he's talking about. Мне необходимо то, о чем говорилось сегодня вечером. Если есть такие желающие, поднимите ваши руки. Я хотел бы помолиться за каждого из вас. Я вижу ваши руки, очень вам признателен. Можете опустить. We're going to have a word of prayer. Это будет время для молитвы. Listen, I want to tell you tonight after we Я хотел бы сказать, что даже после чего все закончится. If you need to talk to this preacher. Если вы хотели бы поговорить с проповедником. You need to talk to one of us about salvation. Или с кем-то из нас по теме спасения. You're troubled in your spirit about anything. Или вы волнуетесь в вашем духе в отношении чего-то. We're here to talk to you and open a Bible and show you what's right. Мы здесь, чтобы поговорить о открытой Библии и показать вам истину. Father, we're very grateful for what we heard tonight. Отец, мы очень благодарны за то, что мы выслушали сегодня. Pray none of this will fall on a deaf ear or cold heart. Я молюсь, чтобы ничего из этого не попало в глухие уши или холодные сердца. Fall on good ground of good understanding. Но чтобы это попало на добрую почву с добрым пониманием. Lord, as we heard all day about И когда мы целый день слышим о миссии, what we're supposed to be doing with our life, что мы должны делать с нашей жизнью, how you're supposed to be first in our life, как ты должен быть на первом месте в нашей жизни, challenge people, я прошу, ты вдохнови людей put you first in their life, Lord. Поставить тебя на первое место. Father, we know we're in the last days, and we know men are giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. И мы знаем, что мы живем в последние дни, где люди внимают духам обольстителям и доктринам дьявола. There's a great falling out of the way. Где многие отпадают от веры. People living in sin everywhere. Люди живут в грехе повсеместно. Lord, help us to be a lighthouse here. Помоги нам быть маяком. Lord, help the light of the gospel to go out of this place. Чтобы свет Евангелия светился с этого места. Pray, Lord, you change us from the inside out. И я прошу, ты меняй нас изнутри внаружи. Lord, we can't do it ourselves. И мы не можем это делать сами. We know it's you in us, the hope of glory. Мы знаем, что ты в нас надежда славы. There isn't anything good about ourselves here. We all know that. И нет ничего доброго.
доброго в нас, мы все это знаем. Но все, что ты делаешь, это правильно и совершенно. И мы благодарны за то, что являешься нашим Богом и что производишь работу в нашей жизни. И я прошу Дух Святой, чтобы продолжал эту проповедь тогда, когда мы разойдемся. Спасибо за брата Калина, за его супругу. Чтобы он прочувствовал Божью любовь и заботу церкви здесь. Thank you for what the churches have already been able to accomplish. И мы благодарны за то, что церковь могла уже сделать, а в поддержке этого брата. Help us to continue to support him. Помоги нам продолжать его поддерживать. For the work in Cebu. И молиться за работу в городе Сибиу. God, as they try to build again. А чтобы они могли восстановить работу снова. God, you'd send them a great harvest of souls there. Чтобы ты послал им великую жатву душ. Lord, we pray for Mrs. Colleen tonight. И мы молимся за миссис Колин этим вечером. Bless her. We pray for a kidney. Просим, благослови ее. Pray for a donor, Lord. Молимся, чтобы у нее нашелся донор. And what a testimony she is to everybody that's here. И каким свидетельством она является для каждого присутствующего здесь. No matter how bad it gets, Lord, we can still keep going for Jesus. Как бы плохо нам не было, мы продолжаем следовать за Иисусом. Help anybody in here that's discouraged about their health. Помоги каждому, кто находится здесь, кто разочарован в своем здоровье. So Lord, look to the testimony example of this lady here. Смотреть на свидетельство этой женщины здесь. And it would be an encouragement to them. To keep going on for чтобы Jesus это было ободрением для них продолжать следовать за Иисусом Христом. Благодарим Тебя за привилегию, что эта семья находится вместе с нами. Bless us, Lord, благослови нас, Господь, as we give. Тогда, когда мы даем. In Jesus name. Во имя Иисуса молюсь. Amen. Аминь. You can be seated. Занимайте ваши места, пожалуйста. I told you, я говорил вам, I've been preaching about missions last couple weeks. А что я проповедовал о миссиях несколько недель. And what we're gonna do, и то, что мы собираемся сделать, мы хотели бы собрать какую-то сумму денег для этого мужчины. So here's what I'm gonna do. Вот что я хотел бы сделать. I'm gonna have him stand back there. Я попрошу его пройти туда на выход. Him and his wife. Вместе с супругой. And, I want them to. They can sit back there. А где они могут находиться там позади? And if you care to give them some money. Если вы хотели бы вручить им каких-то ваших денег. You can help him in any way you want. Каким-то образом вы желаете им помочь? And I think it'd be a blessing to them. Я думаю, это будет благословением для них. And we. Anything you'd like to help with, you can help. Все, чем вы могли бы помочь. And,